Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Напишите имена в комментариях, чтобы мы помолились за вас и ваших близких. Поделитесь этим видео с человеком, который нуждается в этой молитве. О Пресвятая Владычица, Дева Богородица, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад. Всех отроков, отроковиц и младенцев, крещенных и безымянных, и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их во страхе Божием и в послушании к родителям. Умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси божественный покров рабам Твоим. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. О Пресвятая Владычица, Дева Богородица, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад. Всех отроков, отроковиц и младенцев, крещенных и безымянных, и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их во страхе Божием и в послушании к родителям. Умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси божественный покров рабам Твоим. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. О Пресвятая Владычица, Дева Богородица, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад. Всех отроков, отроковиц и младенцев, крещенных и безымянных, и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их во страхе Божием и в послушании к родителям. Умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси божественный покров рабам Твоим. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.